чтобы там все поменялось, это просто, если сменится власть, по телевизору скажут, что можно дружить с Россией, они с удовольствием все скажут, что ура, можно наконец-то там официально дружить с Россией, потому что даже, вы знаете, хочу сказать, что фашистская Германия там, буквально там, за неделю до как бы, победы над ней была верна фюреру и думала, что вот-вот сейчас достанут какое-то супероружие, и все, они победят. А когда им сказали, что вы все, проиграли, все тут же сказали, что мы были угнетены Гитлером, и мы вообще боролись против фашизма всю дорогу, вообще это не наша тема. То есть народ вообще очень быстро меняет свои убеждения, поэтому... Мне кажется, на Украине, если сменится власть, им скажут, что все, вы теперь как бы совершенно другая тема. Вспомните, как у нас с Чечней были, да, конфликты бесконечные. А потом сказали, все, мы лучшие друзья. И все, ура, мы лучшие друзья. И замечательно, потому что человек изначально ему проще как бы дружить и любить, потому что быть все время в состоянии ненависти, это очень тяжело, и это энергоемко, и надоедает.